Лариса. Хотел бы, во-первых, сказать, что с семьей Саши и Ларисы, вот мы дружим уже сколько лет? 20 как минимум? Нет, около 30 лет. Около 30, говорят, но я думал, я моложе. Вот. И каждый раз они не устают нас удивлять вот тем, что они не стоят на месте. Мы никогда не знаем, куда они нас зовут очередной раз. Мы никогда не знаем, чем это закончится. Но каждый раз оно не заканчивается, а продолжается. Потому что вот в каждом человеке есть та духовная искра, которая никогда не гаснет. И если человек ее нашел, то этого достаточно для преображения тела и всех окружающих, которые находятся в какой-то непосредственной близости. Вот это происходит рядом с ними. Ну, Люба что-то хочет сказать. Ну, я вот, когда вот только вот Лариса с Сашей начали о себе рассказывать, я думаю, что бы я сказала, да, вот как мы познакомились. Вот действительно, что вначале вот как бы Саша с Эдуардом познакомился, а потом, когда я их увидела, я никак не могла понять сначала, да, вот пока мало их, ну, тут первый раз, второй, никак не могла понять, что, ну, как они вообще выживают. Это было начало 90-х, это перестройка с миллионами. Мы были беднее церковной мыши, а у них четверо детей. У нас двое, у нас не хватает крупы, чтобы там кашу приготовить. Там какие-то родственники что-то приносят нам, привозят, чтобы выжить, да. А тут четверо детей, и я не могла... Думаю, боже, я так хочу скорее увидеть Ларису. Что это за женщина? Что у них четверо детей в такое тяжелое время? И самое интересное, еще больше, что меня поразило в этой семье, что... Я вот их увидела, познакомилась, и никогда ни разочарования, ни отчаяния, ни падения духом, чего... Я вообще не переставала удивляться, что они вот это вот что-то делать, кому-то что-то раздавать, дарить, отдавать. То, что они сегодня сделали для всех нас, правда? Да, да. Вот что они сделали? Разве они тут рассказывают про себя? Нет. Они вот делают такую презентацию всех нас для нас же, да? И получилась такая вот хорошая сегодня опять спасибо, очередная да, спасибо, вечеринка да. Тарасовы. И я вам вообще. От души желаю продолжать. Спасибо. Продолжать а я хочу аливерды к Любаше, потому что очень, ну как, ну какое богатство и какое счастье, семейное счастье. Вы знаете... Об этом надо спеть, Лариса. Наверное, самое большое счастье, вот это вот... Когда у тебя друзья, был момент, когда приходит Саша от Эдики, приходит Саша от Эдика с такими глазами, говорит, Лариска, ты знаешь, у них вообще ничего нет. Я открываю шкафчик, чего у меня было, поделила, неси. Было и такое. Вот, и вот эти все эти годы, вот это и есть соль дружбы, когда корка хлеба и та пополам, и это такое счастье. То же самое, что они сказали, мы можем сказать о них. Вот, профессора, кто мы? Люди. Вот, но... Академики. Но никогда не кичатся, ничего, всегда вот простые и любимые. И... Все мы, вот все, я не могу, я могу то же самое сказать обо всех. Анна Ивановна, 120-я школа, родные, любимые люди, и каждый. И маечка, сколько бы ни были, это все здорово. Да, спасибо. Давай возьмемся за руки, создав единство мир. Давай возьмемся за руки, с друзьями легче жить. Девочки, куда? Давай отправим прошлое. Люся. Искатель. Майя. Верочка. Лорочка. Девчонок. Давай отправим прошлое. Давние были. Дима, в парк. Искатель. Все хорошее, что сердце сохранит. Давай призывной песнею разбудим мир души. Ведь вместе петь полезнее, чем жить, а жить в тиши. Давай споем полголоса, чтоб слышать сердце стук.
коснутся ладони наших рук. Еще раз. Давай споем полголоса, чтоб слышать сердце стук, и силою наполнится ладони наших рук. Мы все с единой скоростью по космосу летим, и радости, и горести мы делим вместе с ним. Мы все такие разные на корабле Земля. Давай полет отпразднуем мы вместе, ты и я. Все вместе. Мы все такие разные на корабле Земля. Давай полет отпразднуем мы вместе, ты и я. Спасибо.